Сразу несколько страховых компаний в Перми прекратили работать в сфере обязательного медицинского страхования. Что если ваш медицинский полис принадлежал одной из них? Об этом сегодня в рубрике «По вашим письмам». Доброе утро. Елена написала. У меня полис, выданный компанией «Альфа-страхование МС». Весной этого года сообщили, что с медицинскими полисами они работать больше не будут. Теперь полис недействителен. Скажите, как быть в такой ситуации? Елена, ничего страшного в том, что ваша компания закрылась, нет. В этой ситуации вам просто необходимо получить новый полис. Сделать это несложно. В этом случае, в соответствии с законом, гражданин, то есть застрахованный ранее в этой компании, может обратиться в любую страховую компанию, которая работает у нас в крае, их сегодня 7. Перечень этих компаний есть в большинстве поликлиник, больниц нашего края. Есть на сайте фонда, там же есть перечень пунктов выдачи полиса. То есть вот обратиться по указанным там адресам, написать заявление, и будет выдан уже полис той компании, которая сегодня работает в крае. От Тамары Васильевны сегодня вопрос. Моя дочь недавно родила ребенка и находится в декретном отпуске. Но все выплаты, связанные с рождением ребенка, ей обещают только через 3 месяца. Правильно ли это? Тамара Васильевна, нет, это неправильно. Как должно быть по закону? Послушайте. По месту работы, в соответствии с федеральным законом номер 255 ФЗ, все пособия должны быть назначены в течение 10 дней со дня предоставления всех необходимых документов и выплачены в ближайший день выплаты заработной платы после назначения пособия. Соответственно, то, что говорят, выплатим через 3 месяца, это совершенно незаконно. И в этом случае вашей дочери необходимо жаловаться в данном случае в прокуратуру, в суд или в государственную инспекцию труда на нарушение ее трудовых прав. На сегодня это вся информация. Напомню, мы ждем ваших вопросов по адресу электронной почты utrosobakarefi.ru или по телефону 2633 с абонент утром. Удачи в делах и отличного настроения в наступающем дне. До встречи!